Центр «Импульс» отмечает 15-летие. За эти годы он стал вторым домом почти для 10 тысяч клинчан. Здесь предлагается целый спектр реабилитационных услуг. Психологическая релаксация, творческие занятия, работают тренажерные, спортивные залы, массажные и физиокабинеты. Квалифицированные специалисты помогают восстановиться после инсульта, инфаркта, проводят лечебную терапию при ДЦП или после серьезных травм. Трудятся в центре чуть больше 30 специалистов – психологи, врачи, соцработники, которые не просто любят свою работу, а живут ею. Несмотря на то, что работа сложная, тяжелая, кропотливая, иногда очень эмоциональная, иногда требующая, всех своих душевных качеств, тем не менее коллектив терпит, коллектив понимает, коллектив абсолютно четко понимает, что впереди задача, ее нужно выполнить. Своему коллективу хочу пожелать крепкого здоровья еще раз. И счастья. Еще хочу пожелать всем сотрудникам, и все время это говорю, понимание того, что развитие профессионализма ни на каком этапе своей жизни нельзя останавливать. Юбилей сотрудники центра отметили в кругу своих посетителей, друзей и коллег. В их адрес звучало много теплых слов благодарности и пожеланий дальнейшего процветания. И что может быть в жизни? Я считаю, что вот наш центр, это как раз и есть то плечо, на которое люди опираются. И поэтому благодарности одни, а жалоб нет, а плечо у вас крепкое.